Вань. А, Вань, вставай. Тебе телеграмма. Срочная. Тапки. Это... Тяжело заболела. Срочно выезжай. Алевтина. Алевтина какая-то. Да лялька это, сестра твоя. Я тебе там начала складывать, чемодан черный возьмешь. Да какой чемодан? Погоди ты, там, может быть, ничего. Ничего особенного. Ну, заболела. Всякое же бывает, человек не молодой. Позвонить надо. А ты сразу ехать. Пойду в контору. Директорского телефона быстро, небось, дадут. Чего ты, Чашкин, с директорского? Кусок в горло не лезет. Катерина, ты опять опоздать хочешь? Часы спешат. Как так? Тики-так, ты лучше 2 рубля на артистов гони. Каких артистов? То ли из Томска, а может, из Омска. Училка велела, чтобы все не сдали. Так, для Клавки клюковки возьмешь и грибочков сушеных. Она с билетами на самолет поможет. Дядь Вань, телефон давай. Алло. Алло, алло. Алло. Вируся. Ну, здравствуй, Вируся. Ну и куда же вы, голубки, в тот раз подевались? Так мы вам и поверили. Серьезно? Ну, а ты чего? Нет. Я бы на твоем месте спросила, Анжела как поживает? Он бы сразу по-другому заговорил. Ну, дело, конечно, твое. А теперь давай, бери в правую ручку авторучку и пиши. Учти, по самому срочному тарифу. Московская область, распоряжение Деркача, Вируся, так что давай, расстарайся. Новая деревня, Чашкина Алевтина Ивановна. Все, дядя Вань, через полчасика обещали соединить. Сейчас в Москве часов еще только 5, так что линия свободна, не сомневайся, поговоришь. Что, ваша Катюша-то на танцы еще не бегает? Вячеслав Иванович идет. А как он? Ничего, мужик. Мне нравится. А за что его из области-то? Доброе утро. Здравствуйте. Люба, зайдите ко мне. А из области его за правду. Он-то мне, конечно, ничего не рассказывает. Но когда я 3-го дня в Егоровске была, потом расскажу. Дядь Ваня, он вас просит. Спросил, по какому делу, и просит.
Алло. Алло. Чашкин, подготовительный, Макальщик. Макальщик, это как? Макальщик. Макаю. Цепляю заготовку, макаю в одну химию, вынимаю, макаю в другую химию. Потом на транспортер. Да. Да, Чашкин. Мать Чашкина, это такое дело. Меня Люба проинформировала. В общем, я решил так. Возьмешь мою машину. Нет, лучше газик. Часа через два будешь в области. Мать Чашкин, такое дело, что раздумывает тут. Завод управления? Что? Чашкина? Тебя? В приемную! В приемную! Алло! Алло! Это ты, Вась? Че там, мать-то? Мне, понимаешь, тут телеграмму принесли. Умерла мама. Ты приедешь? Приеду. Когда? Ну, это... Ночью сегодня, часа в 4. Я тебе телеграмму дала, вернулась, ей было лучше. Я 3 ночи не спала, прилегла на минутку, потом проснулась, а она уже... Ты приедешь хоронить? Ты приедешь хоронить? Без меня не хорони. Не хорони без меня. Я не слышу. Слышишь? Ты поняла? Ты что поняла? Ты что ты говоришь? Ну все. Померла маманя моя. Кончай ночевать, дядя Вань. Ключ на старт. Тебе в аэропорт, дядя Вань? Сделаем. Только на минутку в совхоз заскочим. Просили кое-что подвезти. Не возражаешь? Музыку. По нашим дорогам, дядя Вань. Только с музыкой. А потом... Так я и знал. Придется нам с тобой без всякой музыки. Этот-то, видать, все же помер. А я еще утром догадался. Включаю телевизор, а там вместо новостей эти ханурики носы повесили и на скрипочках свои пили. Жаль. На день милиции хороший концерт должен был быть. Отменили. Жаль. Thank you.
Ага, и танки наши быстрые. Ну, кто был прав? Сейчас по телевизору. С глубоким прискорбием сообщаем. Болезнь сердца с нарушениями ритма. Рубцовыми изменениями миокарда после перенесенных... С таким здоровьишком в доме для инвалидов надо жить, а не страной править. 10 ноября 1982 года произошла внезапная остановка сердца. При патологоанатомическом исследовании диагноз... Неделя, не меньше никому жить я не будет. Помер. Так пусть по тебе родня горюет. Не хрена всей стране настроение портить. Центральный комитет КПСС, президиум Верховного Совета СССР, городовет министров СССР, постановщиков. И первый маршал бой нас поведет. Ключ на старт! Броня крепка, и танки наши быстрые. Твой-то, дядя Вань, уже в армии, небось, а? Девка у меня в 7-й класс ходит. Девка? Девка тоже ничего. Спокойнее. Хотя, с какой стороны посмотреть? Принесет в подоле, дядь Вань. Че делать будешь, а? Да ничего не буду делать. Я бы поспал сейчас, Константин. Спи. Спишь, меньше грешишь. На пол колеса от «Жигуленка» набрал. Фух. Сказывали, мать хранить едешь? Ну. У меня вот тоже мать. Че-то мается. Поехали. Теперь полетим мы с тобой, дядя Вань. Как в аэроплане. Что это они? Главное, ничего не объявляют. Ой, что-то рано. Может случиться. Да брось, все может случиться. А до Москвы-то еще. Ого-го. Мало того, сутки вылета. Не ем, не пьешь, не спамши. Говоришь, что ты играешь, а я дура побыстрее. Горим, что ли? Эй, Кончай ночевать. Смотри, левое лито.
левый мотор. Горим, что ли? Да. Смотрите, смотрите, дым. Ой, психи расшумелись. Иди, успокой народ. Психи? Ой, ну давай. Ну что нам делать? Что делают, сволочи? Граждане пассажиры, наш самолет, выполняющий рейс Егоровск-Омск-Москва, начал снижение в аэропорту города Вознесенск. Просим всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от хождения по салону. Посадка в аэропорту города Вознесенск вызвана метеоусловиями порта назначения Домодедово. Безобразие. После закрыли. Регистрации билетов что? И багажа закрыли, ваш полет что будет продолжен. Ну помнишь, как на Олимпиаду? Да нет, он на Олимпиаду. Эй! О, ты извини, я думал, ты того. Чего того? Помираешь, что ли? Да вроде. Жив. А ты что решил, что я того? В Москву? Ну? По делу или по личному? Это по личным делам. Да? Нашел время. Я тоже, брат, по личному. Должен тебе доложить. Наши личные дела – тухлые дела. Нас сейчас посадят в Вознесенский, а в столице нашей Родины будут пускать по московской прописке или по срочной командировке. Или если рылом вышел. Ты москвич? Ну, какой уж там москвич. Значит, тоже будешь сидеть и ждать. Как? Ну, вот так. Нет. Мне нельзя. А чего ждать? Ждать, когда закопают под стенку нашу велику, несгибаемого и пламенную. Этого что ли? Именно. Не, что-то я не верю. Ну, похороны, ну, траур. А как же люди? Никто же зазря не едет. Ну, чем здесь люди? Вот я, к примеру, тоже на похороны. Нет, я не на те, конечно. Я на свои. На свои? Вот у меня мать умерла. Тогда как? Да я тебя поздравляю. Прости, брат, с этим не поздравляю. У тебя телеграмма есть? Есть. Ладно. Мать, это святое дело. Полетишь первым же рейсом. Тебе ничего беспокоиться. Они пока еще не догадались, чтобы на похороны родной матери не пускать. Точно? Точно. Задерживается ввиду неприбытия самолета. Сейчас тяжелые утраты.
советский народ еще теснее сплачивает свои ряды вокруг Ленинского центрального комитета КПСС. Всем сердцем поддерживает внутреннюю и внешнюю политику коммунистической. Молишься, чего нам расскажут? Ну, теперь все по-новому закрутится. Внимание! Вылет самолета рейса 934 Вознесенск-Москва задерживается по метеоусловиям аэропорта Всего прогрессивного человечества отозвалось известие о смерти пламенного борца за мир и коммунизм, руководителя Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства Леонида Ильича Брежнева. Траурные митинги состоялись сегодня в трудовых коллективах на предприятиях страны. Московский автозавод имени Лихачева. На трибуне слесарь-водитель автосборочного корпуса Феликс Васильевич Кранышев. Мы, автосборщики, хорошо помним приезд Леонида Ильича Брежнева 30 апреля 76 года к нам на ЗИЛ. 6 лет назад здесь, в нашем автосборочном корпусе, Леонид Ильич обратился к нам, автозаводцам, с речью, которая дала высокую оценку нашего труда, поставил новые, более высокие задачи. Московское производственное объединение «Красный богатырь». На трибуне рабочая комсомолка Татьяна Ромашина. Леонид Ильич Брежнев уделял огромное внимание коммунистическому воспитанию молодежи. В этот скорбный час комсомольцы нашей Родины еще теснее сплачивают ряды. Светлая память о Леониде Ильиче Брежневе, кристальном коммунисте, человеке исключительной человечности, скромности и личного обаяния будет вечно жить в наших сердцах. Траурные митинги также состоялись в производственных коллективах Ленинграда, Киева, Минска, Ташкента, Алматы, Баку, Тбилиси, Риги, Вильнюса, Фрунзе, Еревана, Кишинева, Ужамбе. Всей земле была до последнего удара сердца отдана жизнь. Пассажир Тимур Заев, прибывший из Томска, подойдите к третьей кассе. Землячка! Землячка! Ну что тебе, землячок? Матушка у меня померла. В Москву надо. Вот скажи ты, Христа ради, к кому тут обратиться? У тебя телеграмм-то есть? Есть, есть. А как же, вот. А ты откуда, можете, правда, землячок? С Егоровска. Посадили, понимаешь, ни с того, ни с сего, а толку тут не добьешься. Тут все без толку. А ты откуда? С Уссурийска. Не, не земляки мы. Зато у меня отец из ваших краев. Не потеряйся, гляди. Да что ты? Сейчас за тобой как... Внимание! Совершим посадку самолета... Нет, 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 не могу. Не могу, не имею права. Еду распоряжение. Понимаете? Да дайте же закрыть дверь. Да вы что? Ну потому. Ой, стоп, что-то нас здесь однако. Пойдем через служебный попробуем. Ты думаешь, нам самим приятно? А, не больно-то умные там сидят. Давай телеграмм скорей.
Прилетели бы. Один посмотрели бы, как народ. Да нет, Павел Григорьевич, мест. И бронь все разобрали. Да ну вас. Давай бы такие приказы. Степаныч, да ладно, ну, Степаныч, хватит. Ну, телеграмма. Анюта, милая, ты что, первый год в Аэрофлоте? Смертная должна быть заверена врачом. Ну, Степаныч. Анюта, милая, без заверенной подписи врача это не телеграмма. Это бумажка. Я не имею права отправлять вас. А ты, Анюта, в следующий раз гляди за того хлопочешь. Телеграмма, она ночью пришла. Я утром позвонил сеструхе, она и сказала. Пойдем. Подпись. Ну, пойдем, пойдем. Ладно, я тебя вылечу. В следующий раз, когда может мать быть, умрет, буду еще знать, что нужна подпись. Внимание! Вылет рейса Вознесенск-Москва откладывается до 18 часов. Ты побудь где-нибудь здесь. Может быть, чего-нибудь еще и придумается. Не могу чего-то. Тоже чего-то. Какие проблемы, командир? Да какие тут проблемы? С 373-го? Чего с 373-го? А, с него, ты будь он не ладен. В Москву? Ну. Да не горюй, командир, как-нибудь улетим. Постой, а ты в очередь-то записался? Какую очередь? Мне сейчас очередей не хватает. Да рейс собирают из таких, как мы. О, ну той бабенки, видишь? Давай-ка, батя, я и тебя запишу. Я с этой бабенкой знаком, вместе летели. Паспорт есть? Нет, ну что не видите? Ну, паспорт. Да ты не бойся, мне твоя ксива ни к чему. Для билетов фамилия нужна, номер, серия. Что деньги давал? Да трешь тут, не бери в голову. Мне ведь тоже летит. Я тебя, батя, вперед себя воткну. Ну, не обижай, командир. Давай-ка мы с тобой вот что лучше сделаем. Пойдем к пивка попьем, а? Пивка? Да здесь воды из-под крана не найдешь. Места надо знать. Я тут, батя, в прошлом году месяца три кантовался. Мало-мало знаю, где что дает. А чего так легко одет? Ой, да нам эти погоды Сочи. Зовут-то как тебя? А, тоже Иваном. О, тезки. А, черт, закрыто. Ну, дядя Вань, постой пока здесь. Подожди. Что там, тезки? Закрыто, закрыто все, товарищ, закрыто. Ну, все в порядке, дядя Вань. Ага. Сейчас все будет. Гони трояк, дядя Вань. Пиво-то, конечно, все выжили, но бутылочку-то мы с тобой сейчас сговорим, а? Да нужно ли бутылочку? А как? Даться свиданица, вас оздоровится. Нам здесь целую ночь торчать. Нет, если ты, конечно, не хочешь со мной. Да ты что, паря? На. Квиты.
Давай, дядя Вань. Тут менты бродят, так что по-быстрому давай. Ох, давай ты лучше, я что-то давай, давай, у меня язва. Что ты, надо в пасть что-нибудь кинуть. Давай. Ох, ну и вино у тебя. Чего только делают. Вино как вино. А ты чего это? Ты, может... А я ничего, дядечка. Ничего. Ах, ты гад какой! А ты поспи, фрейрок, поспи. Поспи. Ой, милицию надо, милицию, посадка уже, как же ты без документов, да? Анюта! Погляди, может, где завалялась. Вот Анюта! Все мои документы. Срочно! А? Не слышал, что ли, по радио выкликали? Ой, да погоди ты, ты видишь, человека всего подчистую обокрали. Да пускай в милицию идет. Анюта, давай быстрее, Степаныч, уже психовался весь, пойдем. Ну, иди, иди. Ты слышишь, ты в милицию-то заяви. И будь там, где... Пойдем! Я сейчас приду. И будь там, где я тебе давеча говорила. Я тебя пошли. Найду, понял? Слышишь? Обязательно в милицию заяви. Милицию заяви обязательно, слышишь? Не слышу, не глухой. В лес помонит. Будем искать. Белый щедростью. Отыщешь его ветром. Зря. Лихолитов, глянь-ка в ориентировках, Лихолитов. Кто у нас там в последнее время малинкой балуется? Слушаюсь. Пойду я. Так, завтра начальство явится, так что ты далеко не уходи. Я не могу до завтра ждать. Ну куда же ты пойдешь, отец, без документов? Я не могу ждать до вашего завтра. Ходи. Мне мать хоронить. Смотри, если отыщем, то ты понадобишься. Да как же, отыщите. Спасибо, пойду я. Да не за что. Бабы с воза кобыле легче. Пропадите вы все пропадом. Внимание! Продолжается посадка на дополнительный рейс Вознесенск-Москва. Повторяю. Продолжается посадка на дополнительный рейс Вознесенск-Москва. Thank you.
ничего не уехал? Ай. Ну что, что? У тебя же телеграмма. Телеграмма, да не та. Им нужна смертная, а у меня предсмертная. Ну и что ты намерен делать? Ничего не намерен, а куковать намерен. Обокрали тут меня вчистую. И чемоданы, и деньги, и документы. Что ты за валенок такой? И что, все деньги ты копья украли? Заначка-то осталась. У меня в тренировочных четвертак был заначен. Так вот он и остался. Слушай, ты сопли распустил. Четвертаком можно до Хабаровска доехать, не то что до Москвы. Мне до Хабаровска не надо, мне в Москву, мне мать хоронить надо. Теперь-то как, документов же нет. Поезд дам, там твоих документов никто спрашивать не будет. Давай собирайся, иди с нами. Разрешите? Приятель мой где-то тут. Да мне собраться, под понятно. Билеты на Москву оформляются по предъявлению. Удостоверяющим московскую прописку. Как тебе это нравится? Я в восторге. Хотя, чует мое сердце, здесь возможны варианты. Ну да давай, дерзай. Потом. Здравствуйте. Ну, давай, ну, скорее, ну, давай, пожалуйста. Это что такое, а? Это что за безобразие? Что за оскорбление, поганец? Хотите, чтобы я милицию вызвала? Глаза бы мои не глядели на вас, а? На тот путь, пошли. Заворачивай налево. И еще на выезд. Смотри, опять патруль. Спокойно, генерал, не суетитесь. Сядем. Последние три вагона наши. У них, стоить это будет по 20 сносов. У них договоренка с каждым начальником поезда последние три вагона не трогать. Сдачу в Москве получим. Подожди, товарищи, не надо толкаться. Парень, куда? Куда? Давай, чистую. Трое. Нельзя же так, в конце концов. Подожди. Мои деньги. Десятый тебя. Куда идет твой пролазь? Пусти, я сказал. Так, 9, 10, 11. Вот она. Вот чудо развитого социализма. Забраться и затаиться. Давай, 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 пошли, пошли. Неужели едем? Едем, ура. Ну вот, теперь можно и отпраздновать. Великая держава. А вот за нее-то мы как раз сейчас и выпьем. За нашу великую и неделимую державушку. Тем более, что и место, и время просто подобающее. Мы так и не познакомились. Как звать, величать? Иван. Хорошее имя. Хорошее. А меня Виктор. А вот этого сердитого молодого человека Иннокентий. Ну, Иннокентий Гаврилович, естественно. Этот, который обокрал-то меня, дурью какой-то обоил.
Вот это и есть тлетворное влияние Запада. Какого Запада? Гаврилыч, это же наш старинный сибирский способ грабить купцов на постоялых дворах. Так что за возрождение старых и добрых традиций. Чутье у человека. Эй, сосед, вставай завтракать. Ну ладно. Прошу к столу. Вам, как нашему гостю. Он теперь ученый. Он теперь первый. Жизнь пить не станет. Правда, Иван? Я бы поел сперва. Давай. Давай. Господи. 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 Разрушить, разбить, рассорить, растоптать. Да мы же как кость в горле у всех. Не тем иконам молимся. Если бы иконам, а то... Ладно, давай еще по стопарику, а то чувствую, наш слипинг кар сейчас будет разваливаться. Да уж, на этом гипростенде не уснуть. На краю работать никто не хочет. Нефть, газ, лес. Все назад. Сырьевой предатор. Колония мывшивая, которая преуспела только в одном. Громкими словесами нищету свою прикрывать. Сами виноваты. Вот-вот это я не люблю, сами виноваты. Все идет точно, по нотам. Сначала разрушить до основания, затем... Затем хаос в экономике. Морали везде. Вон целое поколение выросло, которое колбасу за роскошь почитает. Карточки, талоны, привычное дело. Вот теперь-то, когда довели до ручки, теперь жди. Явится к нам благодетель учить уму, разуму. Восток. Сибирь япошкам. Север скандинашкам. Америкашкам и прочим там разным. Завалят шмотками, которых сами затоварились. И воспоет осчастливленный наш Иван. Громкие гимны победителям и благодетелям. К этому и ведут. Вот именно что ведут. Как коров на живодерню. А мы идем. Я и говорю, сами виноваты. Видишь, как сладко-то говорит. Будто даже и радуется тому, о чем говорит. Будто бы ему хорошо, что все плохо. Понимаешь, измена. На фронте самое страшное было, если кто-нибудь закричит: «Измена!» Прольется кровь. Много крови. Не знаю, не знаю, может, и измена. Но у меня ощущение, что... В системе порог. Кто сейчас всплывает? Либо пустышка, либо дерьмо. Система. Система. Видишь, уже до шпионов договорились. Молодцы, ребята. А главное, матушка, что никто работать не хочет. Каждый в начальнике на работу. Да, был Иван грозный. А будет Иван дурак. Вот для чего человеку голова дает? Чтобы кушать? Не, милый, чтобы думать. Ну что может вот он? Вот он, вот этот наш Иван. И что можем мы с тобой? Приехали. Значит, будем ждать нового выдающегося, нового пламенного. Будем сидеть, хныкать, ждать. Гаврилыч, надоело. Давай спать. Надоело. Значит, спать-то это верно. Насчет всего остального вряд ли.
Носит. Так. Давай. Ну-ка, постой. Ты из какого купе? Это, ну, где-то... Ага. Ну, пройдем. Чего? Куда? Пройдем, пройдем. Давай, давай, давай. Этот из какого купе? А откуда я знаю? Первый раз вижу. Наверное, с другой вагона. Как первый раз видишь? Честно слово. А 20 рублей моих тоже не видел? Откуда? Ах ты, гад, волосятина. Совсем больной. Больница надо. А тебя как тюрягу надо, думаешь, не дал? Чем ты тут занимаешься? Лудеич. Совсем больной. Деньги воруешь, я же видел. А сейчас как раз остановочка будет. Станция Коромыслова. Ах, гады. Все вы тут одна шайка-лейка. Спокойно, спокойно. Бандиты. Пользуйтесь тем, что... Ну, хватит, батя. Подходите, ребята. Да вы что? Ручки, ручки отцепи. Сыплющий прям обезьян. Сам давай. Гады. Вот так. А ну-ка. Отпусти! А ну-ка! Отпусти! Молодцы! Совсем больной! В больницу ходи! Гады! Жулье. Гад. Что не виноват? Мать, что помойка как угодно. Thank you.
убьешь ты или нет? А вот. Мам, ну правда, ну. Ну, извини. Ну, что ж ты так? Да траур! Обещал. Ну, скоро закончится. Завтра все будет в ожиде, Раечка. Что, отец, бичуешь? Я... Что бичуешь-то? Вот, летел, рейс отменили, обокрали, с поезда ссадили, видишь? Поселок Новый, Московской. Так тебе, отец, знаешь, сколько еще добираться? Не знаю я ничего. Она померла уже. Когда улетал, сестра позвонила, уже померла. Мне бы на похороны успеть. Понимаешь, должен. Ну, это ты вряд ли успеешь. Хотя... Нынче вроде 12-е только. Вот если бы тебе до Турищева добраться, оттуда трасса на Москву, машин много. Вон, видишь, зелок? Цистерна. Минут через 20 подойди. Мне сейчас на Химаш надо ехать, но я тебя до Турищева подброшу. Может быть. Только смотри, отец. Ну... А ты тем временем поешь чего-нибудь. Не делай это. Со стола куски недоеденные таскать. Чашки на Алевтине без меня не хоронить, Иван. Срочное? Да, а трешки хватит. Так. Хватит. Хватит. Хлеба дай. Что, на все? А что, люди, буду горячим подавать? Носит все. Дай хоть сколько. На. Привет. Зайка. Ну что ж ты так? Как звать-то? Тебе зачем? Юркой зови, не ошибешься. Если ты говоришь, Москву закрыли, то могут и шоссе перекрыть. Что делать-то будешь? Не знаю. Эх, батя, угораздило ж тебе. Да уж не говори, угораздило. По профессии ты кто? Макальщик. Кто?
Это, то есть, гальванщик. Обокрали-то как? Знатно он меня обокрал. Ничего не скажешь. Умелец. Уж таков умелец. То как жив-то остался, прям не знаю. В другой раз умнее будешь. В другой раз? Эх, паразитство. В Америке, если бы их не понял, они бы по судам свой Аэрофлот затаскали. Но тоже сказал. В Америке. Развели бардак кругом. Сиди маленько. У меня тут крестная живет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мне мой миленький да задавал вопрос. Ну, не пропусти! Не смотрел. Я тебе сейчас скажу, понял? Ну, еле вырвался, Ядрен. Свадьба у них. Второй день гуляют. Должны были вчера расписаться, чтобы все чин-чинарем. Я не Валера. Ну, а им в ЗАГСе хрена два. Всенародный траур, а вы тут решили веселух устроить? Валерик, держи. Да подожди ты. Ну, подумали, не пропадать в закуски. Подумали. Ну, так и решили без всякой пока печати. Мать невесты ревет. Обманет он тебя, доченька. А Петруха, он парень шебутной. Он может. Я тебе, отец, вот что. До асфальта довезу, а дальше, извини, не смогу. Выпьешь. Да ты не бойся, там до Турищева совсем ничего, километров 90. Машин бегать много. Ай, два голоснюш, любой подвезет, не обижаешься. Да нет, и на том спасибо. А тебе, ты же говорил, вроде бы еще куда-то надо. Нахима, что ли, подождут маленько. А к ним тоже мимо поста ехать нужно. Я уж лучше назад. А то, боюсь, как бы крестная не обиделась. Только у меня денег нет. Денег нет? На автобусе езжай. Ах ты, чтоб тебя, ты ж за копейку мать родную продашь.